метафорическое название, да, это не то, что путешествие, да, там, где-то, ну, это больше, как бы, ну, внутреннее путешествие, да, то есть, как бы, ну, в поисках, то есть, ну, себя вообще, как любой человек, да, то есть, другой. Как бы все незапланированно как бы получилось, и были какие-то фотографии, которые были до того, как у меня идея появилась, да, так как сделать проект. И некоторые фотографии уже были, не некоторые, а большинство было сделано после того, уже как появилась идея об этом, да, и так вот. Эта фотография сделана в Индии, в месте, которое называется Арамболь. И сделана была в 6 утра с небольшого холма, вот, и было видно, как рыбаки с утра, да, загоняют лодки в море, и был такой небольшой шторм. Мы были там 2 недели всего лишь, навсего, да, да, и это очень мало, как бы, для такого места, и для любого места, в принципе. И, ну, впечатление очень сильное было, да, от этого, и... Я думаю, что я еще вернусь сюда, да, круто. Ну, эту фотографию мы сделали в Новой Зеландии, и меня попросили рассказать что-то о ней, но я даже не могу как бы описать, что я чувствовала, потому что это больше, чем какое-то описание, это больше как состояние твоей собственной, да, вообще души. Когда мы сфотографировали эту фотографию, мы были, ну, шоу «Сильнейший, да, вообще дождь», и мы вот так вот, ну, да, вообще ехали и просто думаем, что же нам вообще делать. И тут я как бы просто сказала, ну, я думаю, что нам стоит сделать фотографии в этом озере. Ну, я там вообще, да, как бы разделась, стала там как-то, ну, пытаться стать так, чтобы получилась хорошая фотография. И я хочу сказать, что это было ощущение несравнимое ни с чем, потому что вокруг меня были эти птицы все, и они меня пытались, мне кажется, убить на каком-то этапе. Вот. Ну, это... Даже не знаю, что сейчас сказать, потому что это просто был мой опыт. И было очень холодно. Очень-очень. Я думала, я там, ну, да, было очень холодно. Природа красивая сама по себе, да, какие-то, если я вижу какие-то природные места такие, да, очень красивые, здесь мне хочется их сфотографировать, и здесь очень много, как бы, мотивов о медитации, да, и... И таких всяких вещах, не только о природе, как бы, и о внутренней природе тоже. Стилизация под как, такую какую-то старую бумагу, да, там, японскую, да, то есть такую под старину. И чтобы создать такое впечатление, что, ну, старые работы, да, очень такие древние, да. И...